Всем привет, ребят, доброе утро. Сегодня понедельник, в планах у нас было пойти на парад, на карнавал. Теперь я не знаю, под вопросом у нас 1,5 часа осталось, и нужно решить, едем мы или нет, потому что Макс сегодня чуть температурил. Сейчас температуры нет, но не знаю. Я ему дала лекарство, нужно сейчас измерить. Ролина уехала, Маргарита уехала, у них там свой парад. Так что остались только Макс и Ксюша. Вот и Макс у нас приболел ночью. Вообще прям невезуха какая-то. Вот, так что будем сейчас думать, что делать. Идти или не идти. Через часик посмотрим. Че ты приболел, малыш? Че у тебя болит? Горлышко болит? Голова болит? Нет? Бончик тебя сейчас полечит. Ксюшку уговорила, она сначала не хотела. Потом согласилась поехать с нами. Теперь вот так вот. Получается. Погода сегодня хорошая, солнышко, тепло. Зверьё моё, как всегда, тут. Борьба у них. Опа. Ну что ты кашляешь? Пойдём, температуру я тебе измерю. Такой тёпленький ты. Ну что, я готова. Уже нарядилась. Куртку я брать не буду. Я надела теплую толстовку. Тут у меня футболка, толстовка. Вот. Надеюсь, что я не замерзла. Но, в принципе, на улице 9-10 градусов, поэтому тепло. И вот этот костюм, он очень такой теплый. Вот. Так, сегодня Ксюша со мной не едет. Едет Макс со своим другом. Сейчас приедет Каролина. Лео за ней поехал, потому что она должна приехать покушать. И потом она опять ее отвезет. И до 3 часов она там будет на параде. Там Маргарита тоже будет. Ну, а мы где-то до часиков 4-5, мне кажется, потом приедем домой. Сейчас уже через полчасика мы поедем. Я возьму с собой рюкзак Маргариты, он очень удобненький. Там у меня водичка, булочки перекусить. Вот. Тут детки проголодаются. И, кстати, ребят, я открыла Телеграм, сейчас я вам покажу. Все говорят, что, может быть, в России отключат и WhatsApp, и Instagram, и Facebook. И... Называется MK Family Vlogs. У нас уже 408 подписчиков. Вот такая вот фотография. Так что... У кого есть Телеграм, переходите. Я здесь буду тоже разные новости наши выкладывать. Что-нибудь интересное. Это я вчера выкладывала. Так что подписывайтесь, ребят. Называется так же, как наш YouTube-канал. Приехала Каролина. Попросила, чтобы я ее накрасила как обезьянку. Но я не нашла аквагрим, поэтому пришлось накрасить просто коричневыми тенями. Сделать стрелочки, реснички. Ну-ка, смотри сюда. Тебе идет прям коричневый тени к твоим голубым глазам. Она вообще-то хотела единорожкой. Обезьянка. Но у нее вот такая вот обезьянка. Ты не замерзнешь так? Нет. Он совсем тоненький, Каролина. Очень тоненький, посмотри. Очень тонкий. Может, еще курточку одну наденешь и сверху на куртку этот костюм. Все, ну-ка покажись. Боня, смотри, что делает. Смотри, что делает. Она тебя сейчас за хвост поймает. Бонни, Бонни, кто это, Бонни? Кто это? Бонни, кто это? Все, готовы мои? А? Папа с костюмом. Не, папа на работу поедет. Мы пораньше выехали, чтобы там место хорошее занять, потому что народу очень много будет. И мне хочется поближе именно к дороге, чтобы деткам видно было. Вот, поэтому нам еще целый час. Чуть больше часа. Вот, и потом Лео поедет на работу, а мы останемся. Все? Ты не убегай от меня. Мы уже в городе. Люди потихонечку собираются. Закрывают. Видите, тут и ставят перегородку. Так, ну что, мы заняли место впереди. И сейчас будем ждать. Вон оттуда они потом пойдут. Закроется дорога, и оттуда они будут идти. А? Громко. Громко, конечно. Это еще не громко, еще громче будет. Вот, народ потихонечку собирается. Thank you.
Макс еще ни разу не ездил на поезде. Я тоже, кстати, первый раз. Наш поезд подъезжает. Сейчас на нем поедем. Нам дальше. Все, мы уже пришли. Домой. Устали. Жирафики устали. Да. Я голодная, я кушать хочу, между прочим, Макс. Я уставшая и голодная. Маргарита еще гуляет. Ну что, мы уже дома. Маргоши еще нет, она там где-то с друзьями возле школы. Каролина у подружки. Ксюшка дома. Ксюш, ты тут не соскучилась одна? Нет. Нет? Уроки делала? Я столько наснимала, что у меня аж память в телефоне закончилась. Представьте себе. Плюс я еще вела трансляцию в ТикТоке. Кто был на трансляции, всем привет. Спасибо, кто был. Ну, сколько? Я, наверное, минут 30 у меня была трансляция. Потом я уже вышла, потому что мне нужно было влог снимать. Как бы я не могу двумя руками снимать. Вот, так что... Вот, ну, было круто, конечно. Много очень всего было нового. Некоторые костюмы повторялись. Но в основном все... Каждый год они делают новые маски, делают новые костюмы. Кто это тут пришел нюхать меня? Фили, ты как себя вел? Хорошо? Завтра школы не будет у Маргариты и у Каролины, потому что у них сегодня была школа. Но
Ксюша и Макс идут завтра, да? И у Макса завтра в садике будет карнавал. Так что он пойдет в костюме. И барабанить. Барабанить будешь? Ну, супер. Вот, Маргарита с Каролиной завтра отдыхают. Макс у нас в этом году в первый класс пойдет, а Каролина во второй. Да, Макс? Когда ты домой пришла, я была в Люцерне. Ты что? Все еще? Да. Почему Каролина тогда тут была? Потому что Каролина была со своим классом, вот там, где вы. Я думала, что Каролина... Она не поехала, не разрешила, ей ученица сказала, что она должна с ними идти. Я поехала только с Максом. С Данилом, и потом папа его приехал. Ты бекон делаешь? Нет, это не бекон. Как ты сходила? Нормально. Нормально? Отмылась потом? Чем вас мазали? Не болела кожа потом? Ты снимала что-нибудь? Я ее попросила, чтобы она поснимала для влога. Молодец. А где шкатулка? Не знаю, какая шкатулка. Тебе макияж надо снять. Умыться. Шкатулка. Она коза мыть. Костюм в школу отнести надо будет? Нет. А чей это? Мой. Так, у тебя завтра садик. А ты можешь спать спокойно. Почему-то так сделали, не знаю, но решили так. Все? Ты тоже завтра спишь. До обеда. Ну, а на сегодня все. Всем пока. Спокойной ночи. Всем мира и добра. Пока-пока.